Совсем скоро любым электронным устройством можно будет управлять одним лишь усилием мысли. Компания Neurosky разработала технологию, которая трансформирует мысли в команды, понятные компьютеру. Технология уже нашла применение в игрушках. Force Trainer позволяет любому желающему стать настоящим рыцарем-джедаем, а Mindflex дает удивительную возможность управлять маленьким шариком одним лишь усилием воли. Когда пользователь концентрируется, его мозг генерирует электрические волны, которые считываются сенсорами устройства. Затем сигнал передается на основное устройство, которое запускает или останавливает миниатюрный вентилятор. В воздух шарик поднимается благодаря вентилятору, но сам вентилятор запускается в результате мозговой активности пользователя. И это лишь малая доля потенциала технологии. На очереди видеоигры и всевозможные электронные гаджеты, от простых мобильников до роботов. Иван Шадрин, Никита Токарев, Инфокс.